Привет, друзья! С вами канал «Жизнь прекрасна». Сегодня я буду готовить говяжью печень в бараньей сетке в аэрогриле. Сначала замаринуем печень. Для маринада необходимы сода, соль, сахар, яйцо и сушеный чеснок. Печень моем, снимаем пленку, удаляем сосуды. Затем нарезаем на порционные куски. Я решила сделать два рулетика. Можно нарезать и помельче. В каждом куске делаем надрезы на расстоянии 3 см друг от друга. До конца не прорезайте кусок. В отдельной чашке приготовим маринад. Для этого смешиваем чеснок, соль, сахар, соду. Разбиваем яйцо и все хорошо перемешиваем. Приготовленной смесью заливаем нарезанную печень, перемешиваем все, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов, можно дольше. Необходимое время для маринования печени прошло, приступаем ко второму этапу. И сейчас нам понадобится баранья сетка, лук, морковь, шампиньоны и сливочное масло для обжарки овощей. Нарезанные соломкой морковь и лук обжариваем на сливочном масле до полуготовности. Добавляем на сковородку нарезанные шампиньоны и обжариваем еще несколько минут. Совсем чуть-чуть подсолите смесь. До полной готовности доводить овощи не надо, они ведь еще будут запекаться вместе с печенью. Настало время нафаршировать печень овощами. Разворачиваем баранью сетку, выкладываем на нее кусок печени и в надрезы выкладываем овощную смесь. Печень ни в коем случае не промывайте, не обсушивайте бумажными полотенцами. Я уже говорила в начале видео, что печень можно нарезать помельче, например, каждому отдельную порцию. Зафаршированный кусок аккуратно заверните в баранью пленку. У вас должен получиться вот такой рулет. Настало время окончательного этапа – запекания. Вкуснее всего печень получается, когда запекаешь ее на углях на гриле. Отлично подойдет для этого и духовка, или аэрогриль, как у меня сегодня. Подключаю гриль, выставляю время 40 минут, температуру 180 градусов и процесс пошел. Прямо на ваших глазах бараний жир будет топиться и пропитывать печенку. Если вы будете делать это в духовом шкафу, то вы еще сможете дополнительно растопленным жиром поливать печенку сверху. Тогда она получится еще сочнее. Вот и все. Говяжья печень, фаршированная овощами с бараньей сетки, готова. Не переживайте, если вы не любите запах бараньего курдючного жира. Сетка берется совсем с другого места и совершенно не пахнет бараниной. К печеночному рулету подойдет любой гарнир, лучше всего пюре и рис. Ну как, понравился мой рецепт? Если да, ставьте лайк. И приятного всем аппетита! А к гарниру мы добавили наши маринованные огурчики по-лужски и приправу Uncle Ben's. Подсказки сверху. До следующих встреч!